Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Если, опять же, кто-либо в этом сомневается, я буду готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и медицинское освидетельствование. И третий момент, который я хотел сказать, но это, наверное, будет больше обращение к моим коллегам, которые в том числе вот, много писали там о каком-то моем состоянии здоровья и так далее. Друзья, видите ли... Как вы уже сами можете убедиться, я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал, более того скажу.